Девочки, доброе утро. Собираюсь Тедди на прогулку. И думаю, слушайте, ну вообще уже конец апреля, а я все еще шапку не снимаю. Такое чувство, что живу на Урале. Витрина на улице, ветер. Ветер, прохладно. Перчатки ношу. Так, девочки, что сегодня? Планы какие на день? А планы такие, девочки, срочно подстричься. Срочно, потому что я не могу, когда вот так обрастают волосы у меня, я не могу. Я не могу ходить, не могу есть, не могу пить. Меня вот это все бесит. Вот эти вот округлости меня просто бесят. Так, все пляшем, все танцуем. Тедди спит до 9 утра, девочки. Представляете, я уже сижу везде на аккаунтах, работаю. Вон собаки уже гуляют во все. А Тедичка спит у нас, спит. А Тедя баенькает. О, похоже, идет. Влажный, теплый воздух такой, знаете, уже. Ну, прям хороший. Ой, как развивается. Хороший воздух. Тедди, не лезь. Тедди. Вот козленыш, а. Нельзя тетю трогать. Нельзя. 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 Сколько раз говорил, нельзя. Все, значит, на поводке. Все. Не умеешь себя вести? Пошли. Сейчас, девочки, подождите. Прицеплю этого дурью. Женщина каждое утро сидит здесь, на берегу, медитирует, очень нравится, видимо, ей она прямо сидит, балдеет, а он не может мимо нее пройти. Ты там, там, я тебя рисую по рукам. Боже мой, какая прелесть. Боже мой. Мама мия. Ой, какая красота. Вот эти белые барашки. Вот такие барашки в Болгарии. И волна вот такая прозрачная и высокая. Это наслаждение. Здесь-то мелковато, конечно. Уже подсыхает все на солнышке, песочек подсыхает, становится рыхлым таким, мягким. Ой, ну красивое морюшко сегодня, конечно. Море сегодня обалденное просто. Уходить. Я вся уже в песке. Он что творит? Полоском играет. Как ты там, там, я тебя рисую. Я тебя рисую. У меня уже кроссовки выцвели. На солнце.
Я тебя рисую. Девочки, мы совмещаем полезное с приятным. Приятное с полезным. Как всегда. Зашли в магазин, потому что я больше не могу ходить в теплых кроссовках. Надо что-то легонькое. Все, смотрите, какие кроссовочки я купила. Сейчас, девочки, покажу. Та-та-та-там! 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 Ну, конечно же, мы сели на лавочку. Мы мерить будем сейчас здесь. И, наверное, в них пойдем домой. Потому что прямо не имется испробовать их в ходьбе. Как они себя будут вести. Девочки, ну, пока снимала видео, пока загружала. Посмотрите, он коробку кончал уже. Все, все, кончал. Короче, это кроссовки. Fashion, девочки. Летние кроссовочки. Облегченная форма. Девочки, фирма Strops, Турция. Летние модельки. Видите, какие с гипюром. Натуральная кожа. И шикарные вставки. Бом! Девочки, хочу показать вам стельку. Посмотрите, какая анатомическая стелька. Смотрите. Все, массаж. Массаж ног обеспечен. Ну, взяла 39 размер. Побольше. Не знаю, что-то одеть, не одеть, я сомневаюсь. Надеть, не одеть. Пойти в них домой, не пойти. Красивые, очень красивые. Прям балдею от них. Как мало в жизни надо. Вот так они будут смотреться на ноге у меня. Вот так. Даже мальчик смотрит внимательно, очень. Красивые, да, Тедди? Девочки, решила масочку себе сделать. Вот такая маска у меня. Мачку притащила сюда, а маски не делаю. Шисейду, девочки, очень хорошая маска. Сейчас сделаю масочку, масочку сделаю, сейчас порелаксирую. Мне надо уже, наверное, приеду в Краснодар, надо будет сходить к Кате Перманент. Что-то мне кажется, брови выгорают здесь на солнце у меня сильно. Они уже не такие темные. И губы уже, девочки, тоже. Вот перманент на солнце, девчонки. Перманент на солнце надо делать поярче. Вот она застывает на пальце. Пальцем мазала. Так, ну что, пью ромашковый чай сегодня. Из грязной кружки. Ха! Достала из посудомойки кружку. Думала, что посудомойка вчера мыла, а посудомойка была не включена. Я залезла, смотрю, грязная посуда. А я еще пью и думаю, после какао подтеки остались на кружке. Ну вообще, блин, девочки, детский сад. Вот так старость подкрадывается незаметно. Вообще... Мозге.
Так, ну что, пойду полежу минут 10. 10-15, может даже 20, Шисейда. Пусть питается. После нее, после этой маски, кожа становится подтянутой, девочки. Шикарно, потому что дожди, дожди, дожди. Все время дожди, вот эта вот влажность. Подтянутая, розовенькая, как у младенца, девочки. Как у младенца.